mavzuni davom ettirgan holda festival doirasida yoshlar ijod saroyida ham hunarmand va rassomlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Maqsad sayyohlarni madaniy yodgorliklar va hunarmandchilik mahsulotlari bilan tanishtirishdan iborat. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. Tartibining ikkinchi qismida ikki mamlakat yoshlar tashkiloti hamda bir qator tadbirkorlik subyektlari o'rtasida o'zaro fikr almashish va hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yishda yangi dasturlar ishlab chiqildi. Forum doirasida rossiyalik mehmonlar bilan tadbirkorlik sohasida 3 kelishuv va 57 hamkorlik shartnomasi, yoshlar turizmi sohasida 45 kelishuv va 20 shartnoma imzolandi. Bu yurtimizda ishbilarmon yoshlarning rejalarini amaliyotga tatbiq etish, istiqbolli loyihalarni moliyalashtirishda navbatdagi qadam bo'ldi. Если говорить о странах, то, безусловно, Узбекистан – крупнейшая страна в Центральной Азии, если мы говорим больше 30 миллионов населения. И для российского малопредпринимательства, по нашим исследованиям, это один из наиболее перспективных рынков. Было подписано большое количество соглашений, в частности, в сфере молодежного образования, в сфере развития малого и среднего предпринимательства России и Узбекистана. Если говорить об отраслях, то это агропроизводство, в первую очередь. Сейчас мы подписываем соглашение о образовательных программах, о объединении и совместных образовательных программах для малого и среднего бизнеса между Россией и Узбекистаном. Я как участник форума сама для себя подчеркнула очень много нового и интересного. Наши отношения, страны ведь давно очень дружили друг с другом. И на сегодняшнем этапе, уже в свете новых политических решений, конечно, мы должны не то что углублять, а просто вспоминать то наше прошлое и на этом основываться и развивать. На уровне тех инноваций, на уровне того, что вот сейчас становится таким перспективным и новым, мы должны уметь правильно, по-дружески, очень с любовью обменяться друг с другом тем, что мы знаем, тем, что мы умеем. И, естественно, уже внедрить в жизнь, потому что народы всегда дружили, делить нам нечего, а вот поделиться нам есть друг другом с чем. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi hamda Rossiyaning Invest Consulting Reality mas'uliyati cheklangan jamiyati va tadbirkorlikni rivojlantirishga ko'maklashuvchi assotsiatsiyasi Skalkova jamiyati bilan hamkorlikda bitimlar imzolandi. Shuningdek, yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash markazi va Rossiya kooperatsiya universiteti o'rtasidagi kelishuv, kadrlar almashinuvi, tadbirkorlik yo'nalishida malakali mutaxassislar tayyorlash yo'lida yana bir natija bo'ldi. O'zbekiston Rossiya yoshlar forumi doirasida tashkil qilingan bekatlarda turizm, innovatsion ishlanmalarni joriy etish, tadbirkorlar o'rtasida coworking markazlarida yoshlarni jalb qilish borasida ham maslahatlar, fikrlar almashildi. Итогом форума состоялось, на мой взгляд, основное событие, связанное с тем, что состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между коммерческими структурами двух стран и общественными организациями, которые занимаются развитием малого и среднего предпринимательства в Узбекистане и в России. Такими соглашениями стали подписание меморандума о сотрудничестве между Фондом содействия молодежному предпринимательству Узбекистана и сообщество Сколково, которое занимается развитием предпринимательских проектов. Немаловажным стало и то, что сегодня молодые представители, которые занимаются робототехникой и IT-технологиями, смогли найти общий язык и также подписать соглашение о сотрудничестве в сфере разработки совместных технологических проектов в робототехнике. Форум доирасида юртумиз тарихи ва ан-аналарини ўзида мужассам этган кўргазма меҳмонларнинг қизиқишига сабаб бўлди. Заргарлик, ёғоч оймакорлиги, каштачилик, гиламдозлик ва мисгарлик намуналарини tomosha qilish, balki uni tayyorlashda ishtirok etish uchun mahorat darslari ham tashkil etildi. Mazkur forum 30-31 oktyabr kunlariga qadar davom etadi. Navbatdagi manzil Samarqand va Buxoro viloyatlari. Muslim Omonqulov va Mirjalol Mirdadayev, Nozim Abdumominov, O'zbekiston 24 telekanali uchun.